Дамы и господа, мои, вам здравствуйте. Турнир, ох ты, категорию А держит. Кто тут? Вот эти ребята, да ну, бросьте. Лет 100 не видел такого. Ребят, ремни полетели по заказу. Смотрите, ник свой начал пробивать. Кому интересно, заказывайте, еще есть кожа. До конца недели по 5500. Ссылка в описании. Так, идем к сражению. Да опять эта женщина, господи ее. Не знаю, чем я ее буду гнобить. Вот взял. Аннабель, она и меня, и их диспелит. Главное ее зарядить теперь. Ага. Не зарядить ее, походу. Да и красных-то нет. Чем ходить? Здесь бы конем сходить. Да это не в шахматы игра, а в империю пазлов. Лошадью ходи, да? Кто помнит кино? Я не знаю, все, ребята. Ну, конечная. Я в нее ничего не хочу бросать. Прикинь, еще три нашел. Ну, вот еще бы три фиольчика. О, еще... Да ну, бросьте, вы видели когда-нибудь такое вообще? Вот так вот я взял, сходил и зарядил. Надеюсь, она не диспелит. Это Винтер. Винтерфул. Предлагаю прям, наверное, сделать так... Так, а мы сейчас, кстати, даже подсос маны зарядим. Вот так даже. И можно ей шатнуть кабину, мне кажется. Чтобы она вообще не ходила. Кабину расшатали. Ну, фиолетовый я нашел, конечно, это дичь. Редкое, такое в жизни я не видывал. С проигрышной поляны найти камни. Так, ждем зарядку. Все, не дождались, да? Давайте так будем собирать. Так. Ну, можно еще раз этим дунуть. Так, ману здесь. Оп, взяли аккуратно. Ну, давай здесь аккуратненько. Котейка вот эта тоже опасная, она диспелит. Кстати, вот это, видать, да, маг поклавит этот. Она тоже бьет, смотрите, диспелит. Ну, давай здесь. О, уклонение у нее отключилось. На Х1 гноблю потихонечку, да? Давай дальше будем гнобить. Ману сосанули. Где? Где ходы? Аккуратные. Вот это ход аккуратный. Этот выгорел, видели? Нет, потихонечку, потихонечку. Весь дотла сгорел. Так, три фиолетовых, зарядка есть. Давай хильнемся. Вдруг это помирать не будет долго еще биться. Не, схватило. Так, это что за сова? Так, вот тут желтым, если пойдешь, она бьет еще больнее. Как не в себя. Так. А две птицы, ну вот желтую утку взял я. Две птицы, они что в семье образовывают? На, плюс 31 к регену маны, если мы ей ману будем замедлять, да? Лучше не замедлять вовсе. Так, фиолку фиолов. Фиол фиолыч. Как вы тут формируетесь-то? Вот так зеленый может двинуть. А потом поднять как-то синие. Какая-то ерунда получается. Давай кристалл синий сделаю. Люблю я их. О, красных сколько вылетело. Дичь эту зарядили. Ладно, давай так три фиола. Вот так три фиола. И вот эти три фиола, да? Лишь бы не комбило сильно. Комбить сильно. Так, этот дичь умеет диспелить Тимий. Что делать будем, братцы? Ой, восход луны, что-то там нету, да? Вот в этого бы скинуть и да продиспелиться. Но нет такого хода. Ладно, я хилюсь. Надо будет уйти, меня как-то ману сжечь. Надеюсь, мне хватит времени.
Ну давай сильно не комби. Так, сова, ну она по одному ведь ударит. Но она больно, прям сильно, прям отлетит сразу таунт у меня, это проверено. А в тиме мы утку запулим. Давай тогда вот так мы сделаем. Здесь подсосали. А в тиме утка, ну, да, утка должна жить. Так, уточка. Угу. Теперь красный. Прекрасный мой зарядится, нет? Блин, медленная мана должна подождать. Эх, ладно, вот так. Да, подождала. Ой, ей еще и подарок пришел. Откуда она не ждала? Давай туда, у этого кашалота ману сосанем. Вообще раскидываю по-царски. Подлещик ушел туда. Так, фиол зарядим. Можно хилиться, можно не хилиться. Лучше не хилиться. Давай сюда. Давай туда. Ману накинем. И вот так прокинем. Так. Ну что тут? Можно еще туда давать до кучи. Хороший тапок получился. Злой. Злит соперника. Вот сильно мне Нургиб нравится, но у нее здоровье 1600 и 900 брони. Это очень мало на сегодняшний день, конечно. Нереальная дичь. Когда там по 3000, по 4000 хп, то тут очень мало. Ну, ром с камня никакой тоже. Заковыряли. Блин, нажал! Ё-моё! Что-то внезапно, ребят, два раза пальцем сделал. Идем, значит, так. Давай, четверка есть, плюс тройка. Зарядим утку. Кинем вот сюда. Так. Взрывать не хочется, вот, а кинуть туда хочется. Либо вот эти 6 камней взять. Через рыв морды желтой что произойдет? Такое себе произойдет, но я лучше так сделаю. Не хочу я злить фиолетовый центр этот. Ой, красную эту. Так, отлично. Давай еще фиол, приди, а? Нет. Нету больше. Еще на себе оставила, да? Ну-ка, с одного красного зарядится. Не зарядилась. Ну-ка, надо успеть прокинуть у него. Оп, как раз фиол пришел. Так, на красную послали. Это что делает? Сдиспылила, да? Собака. Пожалуйста, живите. Ух, как больно дал. Добил пассивкой, собака, а! Во, злой тип, конечно же, говорю, долбашат. Короче, слов нет у меня даже. Ладно, утка, короче, воскресла. Какие-то шансы дает, да? Призрачные. Ну, походу, очень призрачные. Это 100% от хила блочит. Тоже тип имбовый. И диспелит, кстати, пассивкой своей. Все в Нургиб, короче, у меня здесь весь тапок заключался, что ли, так? Прикольно я. Центра даже не смогу добить. Хм. О, скрипты какие хорошие. Вроде желтого зарядил, должно все было сработать, но нет. Можно выходить. Идите в жопу. Называется, нечаянно нажал бы, жизнь бы, конечно, таким тапком не пошел. Так, вот такой злобный тапок. Собрал. Идем в бой.
Будем кидать злобно тоже. Три собрали. Три еще собрали. И три еще есть желтыми ультанем, да? Мы прям в центр даже попадем. Давай. Но он воскреснуть может. Да. Голос пропал. Давай, помирай. Помер. Где еще камни? Зеленые повыходили. Не мой цвет вовсе. Так, вот это что, миньонов ставит? Наносит 455 урона цели. Что, с ума сошла, что ли? Блинский еж. Как зарядиться-то, а? Вообще камней нету больше. Ну, в нее надо кидать. Даже, может, как советуют. Либо вот тут красные кинуть. На такое себе. 1000 вошла. Блин, ну когда, ну где, ну как? О, синие есть, ребята. Синие дают хороший саппорт. Они срезанной атакой получаются. И у меня броня стоит. Ну, вот так тем более, короче. Так. Вот так можно сделать. Ну, это повезло, что не воскрес получается, да? Ну, давай вот так сделаем. Этих миньонов мы отхилим. Так, погнали. Раз. Погнали. Хил. Два. 64. Жесть, он жирный тоже, паразит. Все, издуло всех. Агрессора какого-то победили. Так, желтый центр. Миньоны будут, да? Вообще тапок идеальный, сюда идем. Так, раз треха желтых. Два треха желтых. И три треха желтых. Так, давай так, чтобы фиолетовый снизу закрылись еще. Не закрылись. А мы ее не побеждаем. Далеко. Так, а что она делает? Она бьет. Давай, у меня есть шанс перетерпеть ее и отхилиться. Дед вообще, ну дед вообще хорош. 1245 брони, 1800 здоровья. Я ему разлим сделал только для того, чтобы он мне помогал жить. Бах, по срезанной броне 957 пойдет. А ну давай желтыми сдуем, может. Есть контакт. Во зверюга, блин. Крошу соперника, сам в шоке. Так, давай вот так аккуратно, оп. И добиваем. Раз. Два. Ну, есть заливчик один, заливной. Может, кто видел, хороший ход. Живем, что? 5500, господи, как мало очков. Ладно, удачи, ребят. Пока-пока.